Он обречен делать ошибки дальше. Точнее, даже все, что бы он ни сделал, все превратится в ошибку. В силу вот этого желания идти против времени. Что такое реваншизм? Реваншизм ⁇ это вот я там проиграл, хочу победить. А у него это даже не реваншизм, это реальное реконструкторство. То есть он хочет вернуться. Он хочет не отомстить за проигрыш в холодной войне, а он хочет вернуться во время в какое-то. А это невозможно. То есть вот это реконструкторство его и подводит. Потому что когда ты пытаешься вот это колесо истории против течения толкнуть, оно наоборот быстрее начинает крутиться в другую сторону. А идет это к тому, что территория России будет освобождаться от 300-летней власти Московии. То есть фактически он запустил процесс окончательного распада империи.